Трехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс. Новый сезон начнет в Лос-Анджелес Лейкерс. О подписании соответствующего контракта стало известно в понедельник. Общая сумма сделки составляет 154 миллиона долларов. Джеймс является одним из лучших баскетболистов современности. Свою профессиональную карьеру он начинал в Кливленде. За Кавальерс он отыграл в общей сложности 11 сезонов и стал самым результативным игроком за всю историю клуба. Ну а Лос-Анджелес Лейкерс – одна из самых титулованных команд НБА. Лейкерс 16 раз становились чемпионами ассоциации. В разные годы за клуб играли такие прославленные баскетболисты, как Мэджик Джонсон, Шакил О'Нил, Коби Брайант. Однако в настоящее время клуб переживает кризис. За последние 5 лет Лейкерс ни разу не выходили в плей-офф НБА.